может уничтожать своих соперников. Он будет для них богом. Лисо, скажи. Эй, ты говорю, что я сыграл. Чу-чу, motherfuckers! Давай целуй. Артем Лобов родился в Нижнем Новгороде 11 августа 1986 года. Вел жизнь обычного российского школьника. На протяжении 5 лет занимался бальными танцами и даже выступал на серьезных соревнованиях. Однако в 14 лет из-за кризиса в стране семья Лобова переехала в Аргентину. Он начал учиться в местной школе, не зная языка. Полгода занимался плаванием, играл в футбол и даже выполнял функции переводчика для украинского футболиста. Отец Артема работал механиком. И это помогало семье сводить концы с концами. Денег часто не хватало на необходимое, не говоря о спорте и о дополнительном образовании. Еще в самом детстве Артему по необъяснимым причинам не сделали прививку от туберкулеза в роддоме. И впоследствии эта незначительная деталь едва не лишит его жизни. Однажды, самостоятельно играя на улице недалеко от своего дома, голова Лобова застряла между перилами. Он не смог освободиться, стал задыхаться и потерял сознание, не имея возможности позвать на помощь. По счастливой случайности его обнаружил неизвестный прохожий, которому удалось высвободить мальчика. Но приключения на этом не закончились. Спаситель оказался бывшим заключенным, недавно освободившимся из колонии и, по иронии судьбы, зараженным туберкулезом, который передался Артему. Год лечения в больнице и еще 6 лет реабилитации под пристальным наблюдением врачей. Через это Лобову пришлось пройти, чтобы окончательно вылечиться от страшной болезни. На улицах часто бывали стычки, но Артем всегда мог постоять за себя. Хотя серьезно заниматься единоборствами ему запрещала мама, которая беспокоилась за здоровье сына. Незадолго до 16-летия семья Лобова переехала в Ирландию, где он быстро выучил язык и устроился на работу посудомойщиком в ресторане за 6 евро в час. Быстро освоился в новой стране, нашел друзей, получил гражданство и даже поступил в университет на отделение бизнес. Успешно получив диплом, Артем закончил еще и магистратуру, на сей раз по направлению финансы. В единоборство Лобов пришел, обучаясь в университете. Увидев на сцене объявление с надписью «Хочешь научиться самообороне», он отправился в секцию, которая оказалась секцией джиу-джитсу. В том же клубе была секция бокса, которую Артем тоже стал посещать. Позже он оказался в зале SBJ, где тренируется и по сей день. Легенда сразу почувствовала, что значит преодолевать трудности. Помимо спорта, в его жизни была работа в банке. Ранний подъем для кардиотренировки. Днем работа в офисе. А вечером вплоть до поздней ночи тренировки. Режим быстро вошел в привычный образ жизни. Даже в выходные приходилось работать. Артем комментировал бои для канала Setanta Sports, которые показывали UFC на русском языке. Мир спорта жесток. Каждый спортсмен вкладывает одинаковые усилия, тратит время, чтобы стать чемпионом. Одному это удается, и весь мир знает и гордится им. А другому, при, казалось бы, равных исходных данных, не хватает самой малости до высшей ступени пьедестала. Чтобы сделать карьеру, молодым бойцам часто дают простые бои с заведомо слабым противником. Артем против этого. Игра в поддавки чужда его характеру. Многие посмеются над послужным списком Лобова, однако сам Артем называет его «бойцовской библией» или «библией воина». А к современной моде на искусственно улучшенную статистику относится скептически. Все те парни, которые набивали свои дутые рекорды на низкопробных соперников, должны каждый день смотреть на мой карьерный путь, на мой послужной список, а еще повесить у себя на стене мою фотографию, как Иисуса Христа ММА. Мне нравится единоборство за бойцовский дух, а не за избиение мешков. И слова Лобова вовсе не бравада. Его статистика действительно не слишком красива, но в своей карьере легенда дрался с парнями, чей средний процент побед на данный момент составляет 70%. То есть усредненный оппонент Артема имел в своем активе 7 побед при 3 поражениях. Что же касается поверженных им соперников, то процент их побед также очень высок – 69%. Артем Лобов, наверное, единственный боец в истории, имеющий в качестве боевого бэкграунда бальные танцы.
Он признается, что занятия танцами очень многое дали ему в плане движения и работы ног, и это обеспечивает ему преимущество в боях. Благодаря бальным танцам, позднему приходу в ММА, несгибаемому характеру и стальной челюсти, Артему удалось выработать неповторимую манеру ведения боя. Его язык тела невозможно спутать ни с кем. Опущенные руки, непредсказуемость, нестандартные движения и удары – все это атрибуты, присущие только легенде. К нему невозможно подготовиться, поскольку никогда не знаешь, что Лобов выкинет во время боя. Профессиональный дебют Артема Лобова состоялся на турнире Cage Warriors 39 в ноябре 2010 года. Он дрался в легком весе и проиграл Патрику Викерсу единогласным решением судей. После этого урожденный россиянин провел еще 22 поединка за 4 года. Англия, Ирландия, Франция, Швеция, Польша, Украина, Иордания, США. До того, как появиться на кастинге The Ultimate Fighter, Лобов дрался практически по всему миру, принимая бои на очень коротких уведомлениях против очень известных в Европе парней, независимо от весовых категорий. За победу над талантливыми европейскими бойцами Артем даже получил прозвище «Убийца проспектов». Just get the impression that he's starting to ease forward ahead in the fight now, Aaron. Yeah. He's feeling comfortable. He's getting a takedown. Some big shots going in there. And the fight's over! And Wilkie wins! Still firing shots in there. Absolutely, best way to look forward to this fight. And a nice chopping left hook to the body there. Looking really tidy. Lobov started to go in the confidence, I think. He's probing that right hand out. He's turned into a southpaw position, probing with the right jab. Now he's looking for the suplex takedown. Spasol, good news for Lobov. Absolutely. A nice jab. Again, Artem does carry his hands very low, and if Saul can capitalise it. Saul looks exhausted though, that takedown was terrible. And he walked into an uppercut as well. He got caught with a knee then. The spinning back fist from Lobov. The slowest I've ever seen. And it just a seemed... couple of good shots from Saul, this is 50-50 start. Yep, and that is the danger against Walsh. You know, the guys, the seven guys that I've lost to him have all felt that same pressure, you know, the relentless takedowns, the top game, the ground and pound, and that's what works for him. Oh, big uppercut from Lobov! And he swarms him, big left hand's coming in, and that is it! That is Jay it, Walsh is out! Unbelievable finish by Artem Lobov! What did we just say, Dave? He has the power to finish fights. Take a look at some earlier action, and that uppercut, that corkscrew, rabbit-like punch, just missing the forehead Jay Furness. I'd really like to see Artem throwing a bit more volume. Here's the heel hook attempt, that was close. It looked for a second like Jay really thought he might have been caught. And right at the end of the round, didn't take any risks. There's the right hand. Huge right hand that it was. I think this is where Jay maybe shoots in. No, we haven't seen where that damage was created. But with that, I'm going to hand it over to Joe Martinez with the official decision. Jay Furness!
träffas igen. Och där träffas Svensson av ett hårt och det är slut. Artem Lobov kontra direkt. That is when Lobov's... And still! Lobov is swinging this one back here. Huge shots. Fischer trying to get back to his feet. You get the corner of Andrew Fischer. Pete Irvine is willing him to get up. Лобов дрался и в российской лиге ACB, где нанес третье поражение Расулу Шовхалову. Познакомились Артем и Макгрегор в SBG. Когда уроженец Нижнего Новгорода достиг определенного уровня мастерства, он был допущен до тренировок с основными бойцами зала. Так как кемп в те времена был еще достаточно мал, то спортсменам из одной весовой категории приходилось много спарринговать друг с другом. Связка Лобов-Конор быстро нашла общий язык. Артем улучшал свою технику, тренируясь с более опытным бойцом, а второй не переживал из-за силы своих ударов, так как этого русского было невозможно нокаутировать. Артем Лобов и Конор стали настоящими друзьями, и одно время даже снимали один дом на двоих. Неудивительно, что достигнув успеха в UFC, Конор Макгрегор помог своему многолетнему партнеру по тренировкам получить свой шанс в октагоне. 2 июня 2012 года Конор Макгрегор в родном Дублине завоевал свой первый пояс чемпиона организации Cage Warriors. Многие считали, что свой следующий поединок он проведет в UFC, но у ведущего промоушена планеты пока не было таких планов. Никто не выходил на связь с командой Конора, поэтому Джон Кавана решил организовать первую защиту титула. Соперником должен был стать американец Джим Аллерс. Но этому бою не суждено было состояться. За 2 недели до турнира легенда сломал Конору Макгрегору челюсть. Они часто тренировались вместе по вечерам, когда в зале уже не было никого, надевали перчатки и рубились на протяжении нескольких часов, не жалея друг друга. Во время одного из жестких спаррингов Артем достал челюсть Макгрегора тяжелым ударом. Это был перелом челюсти, который к тому же требовал хирургического вмешательства. Конор рвался в бой, несмотря на запреты врачей, но вердикт был суров – 6 недель реабилитации. Это был первый и до сих пор единственный случай отмены боя по вине ирландца. В UFC Артем Лобов пришел через реалити-шоу The Ultimate Fighter. На кастинг 22 сезона проекта Артем попал с непримечательным рекордом. К тому моменту его лучший друг Конор Макгрегор уже вовсю гремел в сильнейшем промоушене мира. И именно он стал одним из тренеров на проекте. Это сыграло ключевую роль в карьере легенды, поскольку уже в предварительном раунде он уступил крепкому шведу Мехди Багдаду. Вот красавец! Колено пошло! Будь первым, Артем, первым! Левое, правое, апперкот! Отличный удар! Не торопись там, не торопись! Да, и левый кик после! И левый кик после! Хорошо по корпусу! Будь первым! Будь первым, Артем! Артем против Мэдди получился неплохим боем. Это противостояние очень техничного кикбоксера и парня, который пер на пролом с мощными ударами. Думаю, мой товарищ Артем хорошо выступил. Он вышел против, вероятно, одного из лучших парней из группы. Он выиграл первый раунд. Можно засчитать ему и второй раунд. Просто офигенный бой. Мне понравился стиль Артема, и я могу сказать, что он суровый парень. Если честно, на мой взгляд, должны были дать третий раунд. Это всегда опасно оставлять свою судьбу в руках судей.
По правилам шоу тренеры имели возможность взять в окончательный состав по одному из тех участников, которые проиграли в отборе. Естественно, Конор выбрал Лобова. И не зря. Когда ты отдаешь в бою все, что у тебя есть, происходят хорошие вещи. И это произошло с Артемом. Шикарная работа. Терпение, терпение, терпение. Ай, блядь, красавец. Сложил же, блядь, его молодчик. Артем вышел на бой и просто уничтожил Дженкинса. И Артем доказал мне и всем остальным, что он заслужил этот второй шанс. Играйся с ним, играйся с ним, играйся! Он еле стоит, Артем, играй, играй! Красивейший удар! Ну-ка сел, ну-ка сел! Шикарный конец, ты, блядь, мой красавец! Иди сюда, вот о чем я говорю! Я сказал ему после всего, на деньги за нокаут можешь купить мне новые штаны. Разорвал ебаные штаны, летя сюда! После окончания шоу Сол Роджерс выбыл из финала из-за проблем с оформлением визы, и UFC было вынуждено искать ему замену. Так что Райан Холл, который дрался против Сола и проиграл ему решением большинства, получает эту возможность. На турнире The Ultimate Fighter 22 финал, который прошел в ноябре 2015 года, Лобов уступил Холлу односторонним решением. А сам бой позже охарактеризовал как гей-порно. Райан Холл пытался выполнить то ли скручивание пятки, то ли хотел выйти на рычаг колена, не очень понятно. Удивительно, как Артем Лобов абсолютно без паники вышел из крайне затруднительного положения, совершенно. Вот, нужно попробовать Артему все-таки поработать в стоечке, но мы видим, что не позволяет ему этого сделать Райан Холл. Не собирается он рубиться с Артемом Лобовым в стойке, и, наверное, правильно. Зачем, когда есть явное превосходство в борьбе? Единогласное решение судей, и победителем очередного сезона реалити-шоу The Ultimate Fighter становится Райан Холл. Артему не повезло не столько из-за проигрыша, а из-за того, что Райан Холл – это еще то одеяло. То есть бой даже не был зрелищным, и те, кто не смотрел UFC, увидели Лобова впервые именно тогда. Безусловно, Райан знал свои сильные стороны и пользовался ими, и никто не вправе его обвинять в чем-то. В общем, тот бой Артем проиграл судейским решением, просто из-за недостатка опыта боя с мастерами джиу-джитсу и слабого партера. Да и выносливость у Артема быстро просела. Несмотря на неудачу, фраза «Артем Лобов – боец UFC» стала реальностью, и уже в феврале он вновь вышел в октагон. Русский молот сосредоточился на полулегкой весовой категории, но вновь проиграл. На сей раз Алексу Уайту. Как обычно, Артем пытался прессовать и переводить все в ближний бой, где у него было преимущество, но Уайт очень умело останавливал его джебами. А после начал проводить тейкдауны, на которые у Лобова не было ответа. В итоге, после первого раунда, у Артема опять просела выносливость. Он опускал руки и пропускал больше ударов. Тем не менее, Алекс не смог нокаутировать легенду. А команда Лобова, похоже, поняла основные ошибки, и к следующим боям русский молот был во всеоружие. После этого поражения Лобов уже вел переговоры с другими организациями, в том числе с ACB, где его готовы были принять с распростертыми объятиями. Однако вновь вмешалась судьба. Ожесточенное соперничество Конора Макгрегора и Нейта Диаса вылилось в противоборство на уровне их спарринг-партнеров. Русский молот получил в сопернике малоизвестного Криса Авилу с рекордом 5-2 и не оставил от новичка камня на камне, победив единогласным решением судей. Бой с Крисом Авилой прошел полностью по плану Артема. Выносливость стала заметно лучше, руки опускались реже. Появились хорошие лоу-кики, которые к концу третьего раунда превратили опорную ногу Авилы в сплошную гематому. В целом Лобов выглядел лучше. Для закрепления позиции оставалось победить в бою с Ишихарой, который был соперником посильнее новичка Авилы. И здесь победу отдали Артему. Все три раунда он уверенно прессовал противника, иногда даже проявляя излишнюю осторожность.
Уже в первом раунде мелькнуло несколько моментов, когда Ишихару можно было нокаутировать. Но Лобов, видимо, не хотел рисковать и ограничивался единичными сильными ударами у клетки. К третьему раунду Артем настолько почувствовал уверенность в себе, что начал делать хаммерфисты прямо в стойке, за что его чуть не наказал Ишихара, но все обошлось нокдауном. Второго апреля 2017 года на UFC Fight Night 108 в главном событии Артем Лобов встретился с Кабом Свонсоном. Ты скоро возглавишь главное событие вечера, будешь сиять в лучах славы. Расскажи, каково это? Что ты чувствуешь? Знаете, я благодарен за эту возможность, которую мне дали UFC, но если говорить обо мне, лично мне все равно, дерусь я в первом бою вечера или в главном событии. Все, что это значит для меня, я буду драться немного позже, чем обычно. Так что я здесь, чтобы драться. Многие говорят, что сразу попасть в этот круговорот, множество интервью и конференций, это немного отвлекает от подготовки к бою. А тебя это отвлекает? Думаю, у меня здесь есть некоторое преимущество, так как я видел, как все эти вещи делает Конор. Так что я готов ко всему, что выпадет мне. Я знаю, что это лишь часть моей работы, которую я должен сделать, так что для меня тут нет ничего особенного. Говоря о Коноре, все знают, что это твой главный партнер по тренировкам, значительно повлиял на твою карьеру. У него сейчас многое происходит. Ребенок, бокс маячит на горизонте. Так, смог ли он помогать тебе в тренировках? Да, абсолютно. Он всегда был значительной частью моей подготовки. Он не сможет ко мне приехать, так как ребенок уже скоро появится. Но во время тренировок мы много спарринговали, мы много тренили вместе, он мне многое советовал, так что... Да, как и всегда, он мне очень помог. И это здорово. Твоя дорога к славе была непростой. Ты пару раз проиграл, но теперь выиграл дважды подряд. Можешь ли ты что-то выделить? Было ли что-то, что помогло тебе измениться? Что произошло? Знаешь, порой такова жизнь. Некоторые люди принимают каждое свое поражение немного серьезнее, чем другие. Посмотрите на футбол. Команда может проиграть 10-12 раз за сезон. И они по-прежнему в топе, играют в главной лиге. Так что, ничего особенного, ты лишь изучаешь бой, смотришь на ошибки, исправляешь их и продолжаешь двигаться вперед. Вот как ты становишься лучше, как работает эволюция. Если что-то идет не так, как ты хочешь, ты должен развиваться, исправлять это и затем снова идти вперед. Вот что я и делал. Очень хорошо, и теперь у тебя огромная возможность. Топовый оппонент, главное событие вечера. Ты ведь знаешь, что многие в тебе сомневаются, мол, ты этого не заслужил. Что ты можешь сказать тем, кто утверждает, что ты этого не заслужил? Знаешь, в ММА фанаты очень молодые, как и сам спорт. Они не так уж много знают. Большая часть фанатов уверена, что помимо UFC в мире нет ничего больше. Они даже не понимают, на каком уровне соревнований я бывал. Знаешь, я буквально дрался с лучшими из лучших в Европе. В каждом бою. Я ездил на их территорию и даже бровью не повел. Так что эти разговоры, заслужил или нет, я определенно заслужил. Я проделал большую работу, я никогда не отказывался от боев. Я всегда искал самые жесткие вызовы. И опять же, в этом бою я мог бросить вызов кому-то другому, более легкому оппоненту. У меня было для этого все, но я выбрал самый тяжелый вызов. Я хочу рисковать во всем, потому что кто не рискует, тот не пьет шампанское. Очень здорово. Что ты скажешь о Кабе как о бойце? Раз ты бросил ему вызов, ты признаешь, что у него есть кое-какие навыки. Он дрался с лучшими, и прямо сейчас он здорово смотрится. Если разобрать его стиль, что ты видишь в нем? Абсолютно. Вот что мне и нравится в Кабе. Он отличный боец. На него интересно смотреть. Так что это будет отличный бой. И это очередная высота, которую я должен преодолеть. Такие дела. Как думаешь, это может стать боем вечера? Этот бой закончится быстро, или же это будет одна из эпичных битв, как недавно у него была? Знаешь, я готовился к 20-раундовой войне. Но он слишком раскрытый, и я вижу, что поймаю его уже на первых порах. Так, ты видишь дыры в его игре? Абсолютно, он пропускает в каждом бою. Его крайний бой, он был отличным, но его много били. И если его ударю я попросту не дам ему подняться. Это будет интересно, потому что если ты впечатляюще победишь парня, который так высоко в рейтингах,
Что будет для тебя следующим? Ты будешь драться с кем-то выше? Или решишь замедлиться, пробивая путь по дивизиону? Знаешь, это все решается после боя. Но после всего, что я сказал и сделал, позади меня будет гора трупов, и на моей талии будет пояс. Сильные слова, после такого хорошего шанса, после того, как ты сделаешь то, что задумал, как думаешь, все те, кто сомневался в тебе, начнут уже верить в тебя, или же ты думаешь, что тебе всегда будет, что им отвечать? Мне нравятся эти сомневалы. Ничто так не мотивирует, как они. И нет ничего приятнее, чем ткнуть им своим успехом прямо в лицо. Когда бой объявили, ты определенно заслуживаешь быть хедлайнером, но вот когда его объявили, многие такие: «Что?» Никто не понимал, что происходит. Так что вопрос тебе, когда он предложил тебе бой, что ты подумал? Ты думал: «Да, тут есть смысл?» Ну, люди не привыкли смотреть в перспективе, как обстоят дела в дивизионе, и кто стоит в очереди. Дело в том, что ты не можешь убить всех претендентов номер один, просто сведя двух парней на подъеме. Так как один победил, второй травмировался, и вот уже никого не осталось. Нужно поддерживать в игре пару контендеров. Я знаю, как это работает. Факт в том, что я не могу драться со многими топами, так как уже дрался с ними. Так что есть парень, вокруг которого много хайпа, или же по другим причинам. Он начал нести дерьмо, спросил, хочу ли я драться, и я ответил: «Окей». Мне уже не нравится этот парень, так что мне все равно. Все, кто думал, что этот бой не должен был произойти, взгляните, какова нынче реальность. Первое, вы не любите его и хотите увидеть, как я надираю ему жопу. Круто, а теперь второе, он устроил громкий апсет, и теперь бам, у нас новый парень в дивизионе, у которого есть фанаты. И третье, мы оба выйдем и будем выбивать дерьмо друг из друга, так что не так со всеми этими сценариями? О, хорошо, сейчас встретил слева Артема, и хорошая атака. Левый прямой, правый лоу. Все хорошо, и раунд заканчивается, который наверняка Артем уступает. Но по раунду получается 1-1. Вертушка точно в цель. И бросается добивать сейчас Капсвонсен. Поплыл Артем. Болтает сейчас Лобова. И без компромиссности. Попал снизу, хорошо сейчас болтануло. Каба Свонсона. Волевой боец, который родился в Нижнем Новгороде. Вот эта концовка. Звучит сирена, бой закончен. И бой получился просто отличный. Один судья даже все 5 раундов отдал Хабу Свонсону. Поздравляем Свонсона. Отличное трудовое выступление. Артему скажем еще раз спасибо. Он потрудился тоже сегодня на славу. Он был попросту лучше меня в этот вечер. Вот и все. Больше ничего не скажешь. Я выложился полностью, но не справился. Я вернусь в зал, исправлю ошибки и попробую снова. Знаешь, я выходил победить. Чувствую себя так себе, но что поделать? Такова наша игра. Порой ты побеждаешь, порой проигрываешь. Что я еще могу сказать? В бою ничего меня особенно не беспокоило. Я не чувствовал боль, ничего такого. Адреналин бил в кровь, так что все хорошо. Но сейчас моей ноге пиздец. Я еле хожу. Больше никогда не буду бить эти ебучие лоу-кики. Да, глаз опух, но это вообще ничто. Мне всегда хватает уверенности, против кого бы я ни вышел, даже если против меня горилла. Я уверен, что могу победить. В каждом моем бою я на 100% уверен в этом. Я всегда иду за победой. Порой ты не справляешься, но что поделать? Мне не нужно больше уверенности, мне хватит уверенности на всех в мире. Он был корявым, но он был силен. И я старался быть ветераном, вносить корректировки, делать умные вещи, затащить его в поздние раунды и одержать верх. Я не был достаточно текучим в первом раунде. Первый же удар ногой, который я пробил ему в корпус, обернулся для меня травмой. Из угла мне кричали: «Давай, бей ногой в голову!» Но я не хотел этого. Это беспокоило меня, так что пара моих приемов отсеялась. Но я все же внес коррективы. Как я и говорил, он был немного неудобным, но я внес коррективы и смог выиграть бой. Да, тренер сказал мне где-то к третьему раунду:
Перестань пытаться нокаутировать его, бей в 70% силы. И дави на него. Именно давлением я его и бил. Потому что наибольший успех был, когда он отступал. Я кое-что подправил и смог победить. Знаешь, у него сечка была в том месте, что я порой не видел ничего, только кровь на нем. Но как только мы попали в партер, я сразу пытался врезать ему по глазу, и когда бой остановили из-за глаза, я стал стараться одержать победу любым способом, позволенным правилами, конечно же. Ну да, это выглядело... Это нехило кровоточило, и между раундами казалось, что крови нет, а потом как хлынуло. Но они хорошо справились. Лобов один раз пробил мне в корпус так, что я глубоко вздохнул. Он хорошо попал. Я не знаю, услышал ли он это, так как толпа ревела. И я такой... Да, помню, в тот момент он выбил из меня дух на секунду, но я смог восстановиться. И я не думаю, что после этого пропустил еще какие-то удары, которые реально потрясли меня. UFC Fight Night 118 в Польше. Соперником ирландского русского стал представитель команды Team Alpha Male Андре Филе. Напряженность в отношении бойцов наблюдалась еще со времен The Ultimate Fighter 22, когда Филе входил в тренерский штаб Юрая Фейбера. Перед поединком Лобов считался небольшим андердогом, и букмекеры оказались правы. Артем проиграл поединок единогласным решением судей. В октябре 2018 в Канаде состоялся поединок Артема Лобова и Майкла Джонсона. Изначально в бою должен был участвовать Зубайра Тухугов, но его сняли. Вместо него на ринг вышел американец. В конце состязания судьи присудили победу Джонсону. Своим кумиром считает Федора Емельяненко. Из-за частых переездов Лобов сменил 5 школ в 3 разных странах. Он свободно говорит на 3 языках – русском, английском и испанском. Несмотря на то, что на The Ultimate Fighter он представлял Ирландию, Лобов всегда выходит в октагон с 2 флагами и подчеркивает, что представляет и Россию, и Ирландию. В 2018-м Артема Лобова пригласили в Кремль для тренировок с Федеральной службой охраны Российской Федерации. Боец в статье на сайте The Sports Chronicle отмечает, что для него огромной честью стала возможность обменяться знаниями с людьми, которые охраняют президента и других высокопоставленных чиновников России. 7 апреля 2018 года в одном из отелей Нью-Йорка Артем Лобов столкнулся с Хабибом Нурмагомедовым, действующим чемпионом UFC в легком весе. Между бойцами произошел конфликт на повышенных тонах. Поводом для конфликта стало высказывание Артема о том, что отказ Хабиба от поединков связан с его трусостью, а не травмами. Нурмагомедов в ответ отвесил Лобову пощечину. В конфликт также вмешался Ислам Бадургов, который также является одним из спарринг-партнеров Лобова. Хабиб снимался уже 6 раз. Он снимается, у него там чуть-чуть заболело, у него там в заднице или еще где-то, он снимается. Так кто здесь чикен у нас? Кто боится секунд? Будет сниматься каждый раз. Oh yeah. Oh, they gotta shake it out right here. Ты понял или нет, я тебя слышу? Лицо, что 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 я тебя сл
как ты говоришь? Как ты говоришь? Ты поэтому был, смотри, больше не говори такие вещи. Ребят, некрасиво. Я тоже читаю как бы комментарии и все остальное, и со многими ребятами согласен, с кем-то согласен, с кем-то не согласен, или в чем-то не согласен. Вот. Поэтому, если нужно кого-то как-то поставить на место, то это делается не так. Не когда 10 человек на одного, как бы, и так далее. То есть, нужно спокойно вывести там одному, блин, решить весь конфликт, переговорить и так далее. А не как-то это делать, ну, некрасиво, когда это делается не единожды. И, как ребята говорили, как бы свои должны со своими нормально разбираться, а не играть при этом какие-то чуждые нам роли. Что произошло? Получилась очень некрасивая ситуация. Хабиб налетел на нас с толпой, причем прямо перед самым главным турниром года. Зная, что я не могу себе позволить его ударить и сорвать многомиллионный бой, у меня просто нет таких денег. Все лагеря, что я проводил с Конором, всегда были сделаны по-братски, от души и без копейки денег. Поэтому я не мог себе такого позволить. Хабиб повел себя, я считаю, не по-мужски. Эта история очень уже давно была, это интервью было сделано год назад, и напрямую я Хабибу ничего не говорил. Это был мой ответ на его высказывание в адрес моего брата, где я назвал его петухом. Я думаю, это очень грубое оскорбление, и я думаю, каждый согласится, что если бы про их брата такое сказали, они бы тоже ответили, включая самого Хабиба. Я не мог не отреагировать. А напрямую Хабибу я никогда ничего не говорил. Всегда отзывался о нем очень позитивно, всегда говорил, что он очень хороший боец, и продолжаю говорить, потому что это действительно так. В чем была основная причина конфликта? Что он хотел от тебя? Что, с каким вопросом он к тебе подошел? И был ли это вопрос, Артем, знаешь, в первую очередь? Была ли изначально ситуация настроена на конфликт, или люди хотели спровоцировать какой-то конфликт и драку, или они пытались сначала объяснить все языком, словами? Я не знаю, это интервью, как я уже сказал, было записано год назад. У Хабиба было много вариантов ко мне подойти и поговорить на эту тему. Мы пересекались неоднократно на турнирах Fight Nights, я был в Москве 2 недели, он бы мог ко мне позвонить, мы бы встретились и обсудили, и как нормальные мужчины решили бы эту ситуацию. Но он почему-то выждал момента, когда нас было только двое, и налетел толпой. Я считаю, что это не по-мужски. И сейчас, чтобы нам закрыть эту ситуацию, нам нужно встретиться с ним раз на раз и решить эту ситуацию, и поставить точку в этом конфликте, потому что это не дело. Нельзя так себя вести спортсменом такого высокого уровня. Мы должны показывать настоящий класс, мы должны подавать пример всем людям в мире, а не делать такие вещи. Как чувствуешь? Стоило устраивать это с Артемом после того интервью. Скажу так, век живи, век учись. Никто не идеален. Никто. Дело не во мне или в других парнях. Просто никто не идеален. Этот парень плохо отзывался обо мне, и я поймал его и сказал: «Эй, ты хочешь сказать что-то мне в лицо?» Он ответил: «Нет, я никогда не говорил о тебе плохо». Но дело в том, что он говорил. После UFC Артем успешно дебютировал в рамках турнира «Бои без правил, без перчаток», победив экс-бойца UFC американца Джейсона Найта. Бой вышел очень динамичным и кровавым. В первом раунде бойцы обменялись нокдаунами, а в следующих отрезках времени Лобов дважды отправлял Найта на настил. Однако в заключительном раунде Найт перехватил инициативу. Итогом боя стала единогласная победа Артема Лобова.
Свой следующий поединок Артем проведет против экс-боксера Пола Малиньяджи, который пройдет на турнире по боям на голых кулаках 22 июня. Потенциальное противостояние на июнь. Надеюсь, в бою ты будешь таким же напряженным. Я побью тебя. Я выйду и сделаю свою работу, ты ошибаешься. Я побью тебя. Нет, этого не будет. Ты лишь убеждаешь себя. Ну, посмотрим. Посмотрим, да. Посмотрим на то, как ты будешь лежать на ринге. Ты знаешь. Ты сам знаешь, что я побью тебя. Ты знаешь, я это сделаю. Ты никогда никого не бил. Я ломал всех своих противников. Твой рекорд на ринге 5-8, ты знаешь это? Твой официальный рекорд — это липа. Ты можешь продолжать убеждать себя в этом. Я побью тебя. Ты должен понять. Должен понять, что я и забью тебя, и забью очень сильно. Твоя семья будет плакать. Ты плакать не будешь, ты будешь лежать без сознания. А твоя семья будет тебя оплакивать. Как ты собрался меня побить? Я сейчас спаррингуюсь с лучшими боксерами планеты. Я твои уши обратно вправлю. Я тебя так и забью, что ты домой добраться не сможешь. Я его так и забью, что его уши обычную форму примут. Да, они у меня разбиты, он даже не знает, что это такое. Ему даже не нужна будет операция. Я их к его голове припечатаю. Об операции можешь не беспокоиться, я это на себя беру. Можешь не беспокоиться, не беспокойся. Я и забью тебя. У тебя нет ни единого шанса для того, чтобы сделать это. Ты ничего не сможешь против меня сделать. Я лучше тебя в боксе. Слушай, не провоцируй меня здесь. Не провоцируй меня. В следующий раз следи за языком. Иначе я тебя действительно ударю. Вместо пощечины будет реальный удар. Ты понял меня? Ты подходишь ко мне, чтобы самому раскрутиться. Не используй мое лицо для своей же раскрутки. Будешь так делать, я и забью тебя. В следующий раз это не будет пощечина, это будет реальный удар. Я шлепнул тебя как сучку, это предупреждение. Ты только и можешь что говорить. Давай сделаем это, если ты такой борзый. Если ты такой крутой, то подойди ко мне и давай все решим. Давай сейчас выйдем в ринг и все решим. Нахрен пейпервью. Придурок хренов. Рядом со мной находится Артем Лобов. Уже на этих выходных он совершит свой дебют в Bare Knuckle FC. Он был финалистом Ultimate Fighter, и затем он выступал в UFC. А теперь он совершит дебют в Bare Knuckle. Можете задать ему свои вопросы. Артем, перво-наперво хочу спросить, что произошло между тобой и Полом? Что ты думаешь по этому поводу? Я не знаю, мне кажется, это единственный шанс этого парня ударить меня. Просто кинуть из-под тяжка свою руку. Если ты настоящий боец, ты скажешь: давай, погнали, сделаем это. Если ты хочешь выйти и разобраться со мной, если дело не в деньгах, то скажи мне, давай, я приду. Но поверьте мне, он не хочет этого делать. Он не хочет боя на улице. Я здесь не только для того, чтобы разговаривать. Он нарвался на бойца ММА. Он не хочет выходить со мной один на один. Мне понадобятся секунды, чтобы завалить его и потоптаться на его голове. Буквально секунды. Я, в свою очередь, хочу выйти против него на боксерский ринг. Я пришел сюда и сразу сказал: послушай, я не хочу тебя трогать. Я хочу дождаться того момента, когда мы выйдем в ринг. Жду момента, когда смогу избить тебя в ринге. А когда вы сегодня пересеклись, он первым начал тебе что-то выкрикивать? Ну да, еще до того, как он ко мне подошел, он начал говорить: не надо меня трогать, не надо, я хочу просто поговорить. Мы подеремся позже, а сейчас просто разговор. А затем он выкинул эту дурацкую пощечину. Но как бы там ни было, это его единственный шанс ударить меня. Он может ударить только из-под тяжка. В реальном бою он ляжет. Я вам обещаю, это он ляжет. В эту субботу у тебя намечен бой. То, что сегодня произошло, как-то изменило твою концентрацию? Послушай, сейчас на улице может быть ураган. Мне вообще тупо похрену. Я здесь для того, чтобы драться. Я настоящий боец. Попытайтесь найти хоть кого-то на этой планете, кто заставит меня сдаться. Вы не сможете этого сделать. Я никогда не сдаюсь, даже когда меня душат. Если у меня есть выбор умереть или сдаться, я выбираю смерть. И так происходит в каждом бою. Если вы думаете, что эта хрень может меня сбить, то вы ошибаетесь. То есть, как только ты победишь в своем следующем бою, будет намечена дата следующего боя против Пола? Конечно. Этот бой должен произойти. Сначала я разберусь с Джейсоном Найтом, а затем настанет очередь Пола. Это тот бой, которого я хочу. Этот придурок заслуживает того, чтобы я побил его. И он всегда был таким придурком. Он говорит что-то о уважении. Мы позволили ему жить с нами в одном доме. Он жил вместе со всеми спарринг-партнерами Конора. Мы все жили как одна семья.
И затем он уходит от нас и говорит всякое дерьмо у нас за спинами. Он не заслуживает хорошего отношения к себе. Мы узнали о том, что он говорит у нас за спинами. Мы знали, что он может предать нас. Но мы доверились ему, а он оказался крысой. О боже мой, как ты себя чувствуешь, Артём? Я чувствую себя хорошо, ты знаешь? Да, очевидно, тут маленький беспорядок, но именно так называется бойцовская игра. И я действительно хотел показать людям, что значит быть настоящим бойцом. Ты знаешь, многие люди оставляли разного рода комментарии. Так что вот как это бывает, это не так просто. Да, я ценю то, что ты вышел с нами на связь. На прошлой неделе у нас были проблемы со связью. Рад тебя видеть снова. Артём, а ты можешь видеть? Да, я вижу, все нормально. А сколько швов наложили? Я не знаю, возможно, где-то 30. А, хорошо. Будет ли справедливо сказать, что у тебя никогда не было такого ущерба в прошлом, в своих поединках по ММА? Если говорить про количество швов, которые наложили, то да, это будет справедливо. Но если говорить в целом про ущерб, то я получал более серьезный ущерб ММА. А в физическом плане в этот понедельник, ты в порядке или ты чувствуешь какую-то боль? Нет, у меня нет никаких болей. У меня тут несколько порезов, и у меня шишка на носу, из-за чего у меня эта часть раздулась. Ну а так, в принципе, я чувствую себя хорошо, руки не сломаны. Только рука раздулась, как ты видишь, ну а так, чувствую себя хорошо. Я не могу дождаться момента добраться до Пола Малиняджи. А если говорить про сам бой и опыт проведения этого поединка в Бейрон Наклбоксинг, ты получал удовольствие от этого? Да, я абсолютно люблю это. Честно, я просто люблю бои. И это был именно тот поединок, которого я так хотел. Это был экшен. На протяжении 10 минут. Это мой тип поединка. И нужно отдать должное Джейсону. Честно, я не думал, что он может принимать столько ударов и при этом переть на тебя. Но он это сделал, и это было великолепно. Он очень, очень жесткий парень. И вот что я скажу, он заслужил мое уважение на всю жизнь. Если честно, я думал, мои руки полностью раздроблены. Честно. Во время этого поединка, но этого не было. Они полностью были покрыты кровью. И я выбил его зуб. И он укусил меня за руку. Да, очевидно, неумышленно. Но у меня остался большой укус на руке. Но все было хорошо, все было хорошо. Ты знаешь, у тебя бой. Вот что значит быть в бою, а вот и моя фотография. Сразу после того, как они почистили меня. А, да, выгляжу симпатичненько. Я бы сказал, это маска для Хэллоуина. Артём, мы с тобой говорили насчет того, что тебя называют легендой, но как ты не можешь уважать вот это? Это просто культовая фотография там. Это будет твоим наследием. Эта фотография станет твоим наследием. И я чувствую, что шутки на самом деле уходят в сторону. Ты по-настоящему начинаешь получать уважение от сообщества. Я не думаю, что ты искал все это, но как-то начал замечать все это. Вот за эти 2 дня с того боя. Это действительно восхитительно. Если быть честным, мне без разницы, я просто дерусь. Вот что я люблю. Ты знаешь, у меня всегда были настоящие фанаты. У меня огромное количество фанатов, но у меня сильный кулак. И как я уже говорил раньше, мы закроем каждый рот с этим кулаком. И это уже началось в субботу, и так же будет продолжаться. Но если говорить про меня, что это было на самом деле? Ты настоящий мужик или нет? Я пришел туда один, к нему, в город. Пришел бы он в Москву. Пришел бы он сам в Дублин. Я, черт побери, так не думаю. Но как бы там ни было, что есть, то есть. Я не могу дождаться момента заткнуть его грязный язык. В следующем своем поединке. А был ли он на поединке в субботу? Он должен был быть, но еще раз, этот трус не появился. А почему он не появился? Да потому что он был напуган, что ему придется увидеться со всей моей командой и всего прочего. И он решил не прийти, хотя ему заплатили, чтобы он пришел. Но он этого не сделал. Оправдание не принимается, он не был там. Вау, это было запланировано, и он не появился в субботу. Заставляет ли тебя это чувствовать, что этот бой не состоится? Что он передумает насчет всего этого, когда увидел этот поединок? Я бы так думал бы, но поверь мне, если бы у него был бы шанс, он бы давно убежал. Но он на мели. Это факт. Он жил в Лос-Анджелесе, закончились деньги, а потом он вернулся к своим родителям в Нью-Йорк. И вот и все. И вот почему он возвращается к боям. Он не хочет этого. Это факт, что не хочет. Ну а я, черт побери, люблю это. Так что посмотрим, что будет. Если он выйдет, я надеюсь, что он выйдет, то я с ним разберусь. Джейсон Найт и Артём Лобов не просто так выступают всю жизнь. Конечно, ты не можешь поощрять или наказывать Джейсона Найта за то, что он так дерется. Да, или Лобов. Да вы ебанулись, что ли? Они будут драться так же каждый раз.
Хоть на парковке возле Уолмарта. Это звери настоящие. Да из них обоих гвозди можно делать. А вот их лицо после боя, вот это была жесть. Я тогда подумал, похоже, стоит пересмотреть свое отношение к бою без перчаток. Вот эти двое, которые дерутся в ко-мейн-ивенте, они созданы для этого спорта. Но Поли, нет, это спорт не для него. У него хрупкие ручки, нету мощи, и здесь ему не укрыться за перчатками. Для него игра окончена. Он здесь только ради денег. Он заработает денег, а я сделаю ему пару дырок в голове. Хватит уже говорить, давайте к делу. Его называют волшебником, надеюсь, в день боя он не исчезнет. Так что давайте. Ну что ж, давайте к делу. У меня было достаточно времени, чтобы втянуться во все это. Тебе пиздец! Заткнись! Сегодня у вас последний шанс его спросить. Ну ладно, во-первых. Раз уж Артём такой разговорчивый, давайте я поясню. Чувак, тебе уже задавали этот вопрос. Почему ты стерпел пощечину? Почему ты даешь себя лупить? А чё ты съебал как сука? Ну давай ударь меня сейчас! Давай, иди сюда. Не надо мне угрожать, приятель. Я тебя уже шлепнул однажды. Не надо съебывать, как сучка. Если говорить о самом бое. Да, я никогда не считался большим панчером. Но когда я готовился к этому бою, я понял, что мои руки просто обалдеть, как лезвие. Вы просто посмотрите на этого парня. Запомните его таким, какой он сейчас, потому что в следующем месяце он будет похож на отбивную. Когда-то давно, когда у нас еще не было правил в боксе, бои были до крови. И я его лицо превращу как раз в такое. Он принимает на себя все, что летит, и никуда не отходит. Мое лицо нетронутое, и оно всегда таким было, чувак. У тебя же всегда все расхуячено по полной программе. Итак, давайте сфокусируемся на событии следующего месяца. Поли Малинаджи против Артёма Лобова. Я понимаю, ребята, вам было трудно смириться, когда я на спарринге отшлепал главную звезду вашего спорта Конора Макгрегора. Но когда я выбью дерьмо из этого парня, вы скажете «Нихуя себе!» Потому что дайте-ка я кое-что вам объясню про бокс. Сейчас я объясню это вам, а через месяц Артёму. Главное отличие бокса, вы все время повторяете, это там ты можешь укрыться за перчатками. Даже вот Артём говорит, Конор продержался со мной 12 раундов, потому что укрывался за перчатками, как черепаха за панцирем. Но бля, в моей карьере вы не найдете ни одного момента, когда я делал так. Я не защищаюсь подобным образом. Да, другие боксеры это делают, но не я. Потому что я не люблю давать себя бить. Ну а с Конором я тогда был не в форме. Слышь, заткнись ты уже, а? Да, ты погоняешься за мной немного. Может быть, я отдам тебе раунд? Но когда я отхерачил твоего друга, он стал нести всякую чушь, и ты будешь делать то же самое. Да, и слышь ты, сука. Знаете, что было? Дайте-ка я расскажу вам. Вот этот ненормальный уебок. Как только спарринг кончился, первым, кто подошел ко мне, был вот этот парень. Он говорил, Пол, это было потрясающе. Вот это да. Даже Дана Уайт говорил, слышь, да заебал ты, заткнись ты уже, бомжара ты этакая. В каком раунде ты собираешься нокаутировать его, Поли? Да он никого не может нокаутировать. Перед тем, как послать его в нокаут, я хочу наказать его хорошенько. Поэтому, будь моя воля, это был бы последний раунд. Я буду избивать и избивать его. Я скажу вам, как все будет. Он активно попрет вперед, и за каждый его небрежный удар я буду наказывать его. До тех пор, пока он будет колебаться, чтобы сделать шаг вперед. После чего я начну бить его на выбор. Если я не отделаю его по полной программе, то я просто зря потрачу время там. Я разобью его за полбоя. Поли, ты принял этот бой только потому, что у тебя был нерешенный вопрос с Конором Макгрегором. Отодрать эту суку, с которой он тренируется, это просто бизнес, ничего личного. Это был твой единственный звездный час за последние 20 лет, придурок. Слышь, сука, ты тренируешься с величайшей сучкой, заткнись там.
Вопрос Полу. Просто держи микрофон у себя, Поле, еще будет пара вопросов. А почему никто Артема не спрашивает? У кого-нибудь есть вопрос к Артему? Кому-то не похуй до него? У меня есть вопрос, у меня. Поднимется ли он после твоих ударов? Тренер Конора сказал, что у HBO в распоряжении есть запись полного спарринга между тобой и Конором. Почему они до сих пор не выложили его, как ты думаешь? Я расскажу вам кое-что об этом спарринге, или как вы его там называете. У меня этой записи нет и никогда не было. И каждый раз, когда я слышу: «О, мы сейчас опубликуем запись, и все увидят, что у тебя нет яиц», за этим ничего не следует, ничего. Пускай выкладывают, я обеими руками за. Я честно там работал, мне стесняться нечего. И вся эта история получилась такой громкой, потому что он говорит всякую хрень, и я тоже. Да и спарринг-то получился, в общем-то, конкурентным для него, просто потому что у меня не было достаточно дыхания для того, чтобы задать ему трёпку. Чтобы навязать этой сучке свой стиль. Дайте-ка я скажу вам о нем одну вещь. Он мог вырубить меня за 4 раунда, потому что у меня не было сил и дыхания для того, чтобы провести 12. У парня вообще нет мужества. Как только я попадал хоть одним-двумя ударами, он отступал сразу же. Все, что было нужно, просто останавливать его парой-тройкой ударов тут и там. У меня просто не было сил, чтобы поддерживать такой темп все 12 раундов. Да-да, дружище, да-да. В следующем месяце я пошлю, бля, этого парня в кому. Он заслуживает этого, потому что он кусок говна. Ты кусок говна, понял? Ты и вся твоя команда, вы говно. И я буду обращаться с тобой так, как ты того заслуживаешь. Я тебя положу, а потом возьму и плюну. Не-не, я лучше пасу на тебя. Сначала я выбью тебе зубы, а потом насу тебе в рот. Я реально вытащу хуй и насу тебе в беззубый рот. Вопрос Артему. Недавно ты провел войну с Джейсоном Найтом. Как ты думаешь, не рановато ли ты принял этот бой с Поли? Да не, я за себя спокоен. Я все время прохожу все медицинские обследования, сканирование мозга, так, чтобы быть готовым к бою на 100%. И этот раз не станет исключением. Я удостоверюсь, что я в полном порядке и все нормально. Но я хотел бы ответить на парочку реплик из тех, что сказал этот мудила. Да, я хвалил его тогда после спарринга, жал ему руку. Потому что я сам боец и знаю, что такое получить такую трёпку. Я уважаю мужество и знаю, что это было нелегко вытерпеть такие удары и все равно идти вперед. У него все лицо было красное, он еле-еле выбрасывал удары. Он говорит, что все это ложь, тра-та-та, но видео не лгут, приятель. Фотографии и видео не лгут, так что угомонись. Ну так где оно, твое видео-то? Покажи его. Как уже было сказано, все записано и есть. Ну так давай покажи. Чё? Где? Давай покажи. Слышь, парень, знаешь, что я сделаю, когда отхуячу тебя? Когда я тебя отхуярю, знаешь, что я сделаю? Отхуяришь? Да ты никого не можешь отхуярить. Тебя пиздили даже те, кого тебе посылали на убой. Посмотрите его первые 20 боев. Кто, блядь, все эти люди? Вот этим он и занимался. Набивал себе рекорд. Хуя с два ты сможешь меня убрать. Ты мои-то бои видел? Ну и как ты уберешь меня своими ебучими ручонками? Увидишь. Нихуя ты не сделаешь. Ты жирный, ленивый уебан. Вот ты кто. Да я сейчас меньше тебя вешу, ёпты. Этот чувак крут. Травмы, болезни, большие весогонки, ураган Офелия. Ничто не остановит Сибирский экспресс. Спасибо за просмотр. Ставь лайк, если уважаешь легенду. Подписывайся на канал. Также, помимо лайков и комментариев, всегда присутствует мотивация. Финансовая мотивация – это лучшая мотивация. Все ссылки на донатик в описании. Все деньги пойдут на развитие канала и дальнейших проектов. Спасибо за внимание.